Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр и Бусинка. Привет. Мы продолжаем гомусикать в Ark Survival Evolved. Что ж, в этой серии, ребятки, мы с Бусинкой хотим поймать крыла на огромного коцетавля. Вот. Но чтобы это сделать, нужно, собственно, пройти некоторые приготовления, да? Вот я попёр сейчас надыбать наркоягодок, чтобы сделать транквилизационные стрелы. Ибо иначе никак. О, кстати, он мне маленечко подкачался. Сейчас я сделаю некие приготовления. Пособираем все это добро. Так, сюда сложу то, что ценно. Пару ягод можно вот сюда скинуть тоже. Я запарился, знаешь, отсортировать у него. Ну, чисто конкретно, да, там, например, это надо, это не надо, потому что он очень много собирает. И мне пришла в голову одна интересная мысль. А что... Я мучаюсь, когда я могу сделать гораздо проще. Собственно, забрать то, что мне нужно, да, из него. Вот. И просто выбросить все. И все, готово. Гениально, да, решение принял? Как ты считаешь? Прикинь, сколько там сейчас барахла валяется. Капец. Ну, просто реально я мучаюсь все время, что-то как-то выбрасываю, то есть все, отсортировываю. А ведь гораздо проще действительно так сделать. Взял то, что нужно, отложил маленько ему еды, чтобы он не окочурился, и все. На 85-м сделаем на нем классное седло, вообще веселое. Вот. Блин, Мася застрял в дереве. И что ты мне предлагаешь сделать? Не знаю, может ты мне поматеришь маленько, я проскользну. От страха. Давай. Вот не чтобы сказать, я не такая, я не матерюсь, как ты мог посметь о таком подумать. Даже и близко представить. Ты сказал, что ты попросил, я как могу не выполнить твою просьбу. То есть ты, получается, хочешь сказать, что ты, несмотря на то, что понимаешь, что, собственно, как бы, да, нецензурная брань это плохо, понятненько, но готова приступить, так скажем, правила, да, и ради меня пойти на все, даже на такие вот вещи. Я ради тебя пойду на все жертвы. И по принципу ты бяка. Понятненько. Я бяка. Да. Ну ты же говоришь по матери тебя. Ах ты плохо. А, ты уже начала, то я просто не в курсе. Да. Ты хоть вводную сделай, господи. Отмашку бы там сделала по принципу, знаешь, вот когда самолеты взлетают, там флажками так. А то главное такая начала, в общем, приступила к процессу, а меня-то в это не в курсе дела не вела. По-моему, настал то, что мы и боялись. Опять глюк звуковой. Ну, блин, весело вообще, конечно. Так, он опять все кушек. Ну что ж, ребят, у нас тут немножко небольшие технические были поломки. А ты игру раз в наушниках не слышишь? Нет? Тогда тебе, по сути, нафиг не нужны. По-моему, я тебя слышу через динамики в этом, в ноутбуке. Потому что сейчас вот... Ну-ка, вот сейчас зажми и скажи что-нибудь. Близко к микрофону. Нажми и Слышишь меня? Да нет, все-таки работает микрофон. Да. Просто звука почему-то игрового ты и слышишь. Ну ладно. Давай снимаем, да и все, уж не будем париться. Хотя бы тебя слышно. Так, давай еще раз. Ну что ж, ребят, тут небольшие технические у нас поломочки. Будем разбираться, ну, наверное, уже в следующих сериях, потому что сейчас оттачивать, где какие косяки особо, как бы, время нас поджимает. Поэтому как-нибудь так. Собственно, что мы делали? Я тут сделал несколько стрел, 50 штучек. Кстати, у меня, по-моему, где-то еще были загажники, Мась, не помнишь, да? Я же где-то ложил. Не забывай на бэшечку нажимать. Как делать стрелы? Скажи, пожалуйста. Тебе нужно, короче, кремень, волокно и это, короче, соломы. Соломка. Нет, я имею в виду стрелы. Нажимаешь изготовление, вот так на Б нажимаешь, или я уж не помню, крафт. А, крафт В. Наркотические стрелы. Наркотические, надо изучить их. Получается, тебе нужна обычная стрела и ведро наркоты. Не, давай я буду в коцетавле стрелять. А ты бы... Мне надо, чтоб... Я хочу стрелу сделать. Мась, потише микрофон, говорит, ты плюешься, он слишком близко к тебе, карту. И получается ужасный шум.
Я не обижаю, просто говорю тебе, что сильно близко. Ты хочешь сделать наркотические стрелы, чтобы потом поохотиться? Я тебе дам, не переживай. Стрелы у меня изучены. Так я тебе говорю, потом сделаешь. Сейчас зачем они тебе прям сейчас? Я тебя не слышу, говори членораздельно. Тебе их дать. У меня есть, мне хватит. Переживай, у меня хватит. Мне нужно просто, чтобы ты меня, короче, в своих цепких лапках тащила. Понимаешь? Я без тебя не смогу. Понимаешь? Я без бусинки не смогу. Только бусинка сможет так четко расставить все точки и поймать того огромного большого. Кто у нас ягоды ест? Почти все, а чё? Кого покормить? Они сами себя кормят. Не переживай. У них дофигища жратвы. Так. Знаешь, что я думаю? Сейчас я посмотрю, кто у нас дольше будет летать. Выносливость 1180 у этого. Так, он, конечно, быстро летает. У этого 900. Кстати, твой, прикинь, прокачан вообще чётенько на выносливость. У этого 1200. Да, но медлителен, как черепашка. Что же жратвы у него он сколько? Да я смотрю, на ком мы полетим. Мась, надо, чтоб ты своим тиродонтом меня взяла, короче, свои цепкие лапки. Возьмешь? Гусь. Не знаю даже. Ну позя, Люстя. Позя, пойдем. Поохотимся. Я уже все взял, что нужно. Я взял 55 стрел, наркоты с собой и ну и мясо так немножечко. Я думаю, хватит. Куда идем? Короче, садись на него, бери меня лапы. Давай, правой кнопочкой. Правой кнопочкой так? Бери. Полетели. Куда? Куда лететь? Прямо лети. И повыше. Еще выше, еще. Облетай, короче, остров вот так вот по правую часть горы. Короче, командуй, как лететь. Ну, я буду. Да, я буду командовать, но только ты лети. Можешь побыстрее. Вот прям вот облетай эту горку. Вот облетай, облетай, так будет просто, мне проще тебе будет объяснить, куда лететь. Тут, видишь, у нас синий уже биомчик везде. Синий оттенок. Короче, летишь пока, да, как через мостик, пока, да, так. Так, да, пока так. Короче, чуть-чуть потом правее возьми, еще чуть-чуть правее. Вот так лети прямо, прям вот, вот так ударю, прямо. Прямо, с ускорением. Я смотрю за ну, за твоим динозавром показателями, в принципе, если что скажу. Ты главное следи за молнией, за энергией в верхнем правом углу, чтобы она совсем не кончилась, а то она с тобой посбрасывает. Перед началом охоты нам нужно будет зарядить энергию. Куда дальше? Прямо, все время прямо. Я скажу, куда надо будет повернуть куда-нибудь, пока что все время прямо. В принципе, если ты его увидишь в небе, этого огромного, такого массивного птеродактиля, то ты поймешь, собственно, как дальше, куда лететь. Знаешь, как будем, чтоб я в лапы не попал? Ты чуть-чуть выше него подлетаешь и держишь меня так, чтобы я на него, короче, чтобы он был за спиной у тебя. Чтобы я в нашего не попал и не усыпил его. То мы упадем. Главное сейчас здесь не упасть, там столько мегалодона плавает, капец. Я сейчас это, отдохнуть сяду. Да, вон к берегу лети, по прямой к берегу, на берег. Садись на берегу, безопасно. Он у нас отдохнет, мы дальше поплывем. Так. Все, да, приземляйся, выбрасывай меня на правую кнопку. Ну, можно и так. Дай ему отдохнуть, он быстро, кстати, должен отдохнуть, в принципе. Все, садись. Знаешь, как сделаем? Давай я доберу нас до туда, а потом поменяемся местами. Ты что, боишься, что я не смогу долететь? Нет, я просто хочу по очереди. Сейчас ты меня покатала, теперь я тебя покатаю. Давай по очереди покатаемся. Поверь мне, если бы я в тебе сомневался,
Ты прикинь, я доверяю тебе свою жизнь, получается. Ты должна меня держать, что пока я в огромную страшную птицу стреляю. Как ты думаешь, это достаточно безумно в плане доверия или нет? Знаешь, если не дай бог ты умрешь, так слегка. Слегонца. Да, так чисто в трансе, да? Пару раз. Ну да, чтобы не было матов в мою сторону. Не, чисто к тебе не будет, но вообще в целом не обещаю, что матов не будет. Конкретно в твой адрес не будет. Такой вариант тебя устроит? Нет. Ты же сам говорил, что материться нельзя. Ну, я согласен, но бывают такие эмоциональные издержки, которые происходят вследствие каких-то неопределенных событий, обычно очень, так скажем, менее позитивных. Так ты просто скажи, вот так ситуация. Какая неопределенная ситуация, да? Вот какая неожиданность. Ау, я подвис. Вот какая неожиданность. Бывает. В плане подвисания, да? Так, замираем. Я хочу здесь этот перекур устроить. Так, аккуратненько, нежно. Осторожней. Ага. Так, знаешь, что самое интересное? А, я его видел где-то здесь. Прикинь, если он улетел куда-нибудь. Он здесь летал, когда я тогда за бобром Ой, ты охотился. даже не знаешь, где он. А, я не знаю, где он 100%, но я знаю, что он летает обычно всегда где-то по центру карты. Давай сверимся с картой. Мило. Ай, я лагаю. Ты тоже лагаешь? Нет. Блин, если я отсюда сорвусь, то мне капец. Шандец будет. Хочешь, я тебе помогу в этом? Какая ты у меня добрая, заботливая, а? Так, ты видишь его, нет? В небе где-нибудь. Нет. Так, знаешь, что у меня есть какая мысль? Надо его поискать, полетать по кругу, вот так вот, вокруг. Но не вылетает с этого острова, то есть получается вдоль облететь, по кромке. Че, твоя очередь, давай, веди меня. Буду Поняла, да, как? командовать. Не, вот в том-то и дело, ты должна сама понять. Вот смотри, получается, вот если ты сейчас посмотришь на мой монитор, ты увидишь, что остров у нас как бы круглый, да, сам по себе. А это вот середка. Вот, нужно облететь его вдоль и поперек. То есть получается вдоль берега вот так лететь, вот как куда я сейчас смотрю. И так потихонечку по часовой стрелочке вдоль берега. Не забывая про энергию, давай, цепляй меня. Ну все, поняла, да, как? Поехали. Вот. Только имей в виду, он летает высоко, так что сильно низко не опускайся, иначе мы его не увидим. Где-то вот так, с такой, да, высотой лети, в Если принципе. что, командуй. Ну, если да, увижу, я свистну. Если чё. Смотри, какие осенние, да, темы оформления окружения. Обалдеть. Я вот здесь, получается, видел, когда летал тогда. Он, наверное, куда-то улетел. Лучику не хочешь спуститься? Не, там всяко будет хлам какой-нибудь и куча хищников, так всегда бывает. Ты не хочешь к хищникам? Нихт. Das bin nicht. Scheißen. Ай, ляги, ляги. Ой, фу, Зая, не говори. Все норм? Я еще в Я воздухе. заметил, кстати, лаги происходит в момент соединения звука. Жестко. Так. Ой, я до этого не замечал, но тут вот остров славы похож, короче, в виде черепушки такой злой. Офигеть. Так. Что это? Мясо портится активно. Чуть выше возьми, ты спускаешься низко. Потому что он устал. В смысле, он устал? Еще середка. Ну, он лети на те горы. Вниз полностью не садись. Вон справа гора, видишь, высокая. С деревом. Еще правее. Вот вода с деревом по центру. Да-да, правее еще можешь. Вот она. На самый пик садись, он самый безопасный. Я не понимаю, какой на это говоришь. Я Ну, не понимаю, да, какой реально, на из-за это того, что ты говоришь. разговариваешь голосом. Ну, ты пролетел его, вот он. Вот единственный пик здесь. Короче, подвисает момент, когда ты разговариваешь, прикинь, лаги. Эй, ну ладно, садись аккуратненько. Ай! Нежнее, еще нежнее. Так, здорово.
Блин, сам жрать хочу. Скоро сдохну. Внизу, короче, куча железа, прикинь, с кристаллами. Обалдеть. Вообще много-много-много. У тебя еды нет с собой? Ну я... Ой, не ту кнопку нажал. Нет-нет! Куда полетели? Да он чуть... Верни моего Это брошу. он чуть не улетел, чуть не кинул нас тут с тобой, прикинь, да. Либо еда есть. Да я мясо он съел сырое парочку, нормально, уже давно питаюсь сырым мясом. Я уже привык. Сюда иди. Да есть у меня все, я уже перекусил, не надо. Полетели лучше. Давай теперь мою очередь тебя выносить. Готово? Цепанул, да? Все нормально? Да. Добро пожаловать на наш порт. Мы будем продвигаться вдоль этого берега по кромке. Слева и справа вы можете наблюдать красивейшие эпические виды. Если вдруг увидите огромную такую жирную курицу, то это то, что, собственно, мы ищем. Такую летающую курятинку. Какая-то странная авиакомпания. Ну а что поделать? Бюджетно зато. Зато бюджетно. Мне знаешь, чего больше всего боюсь? Ответь мне на острова. На Paradise Island. Я толков. Вот. Как-то так. Я боюсь, что знаешь, что мы сейчас летаем и все такое, это все мило, здорово. А хрен знает, куда он улетел. И, мне кажется, без разведки его не найдем. Учитывая тот факт, что приходится летать с передышками, это опасненько. Да? Ну, поскольку ты говоришь, что оно большой и страшный, и ты решил объехать вокруг, хотя, в принципе, его не видел. Но бывает, я ж... Он Но просто мы здесь просто летал. зря летаем. Но я-то откуда знаю, где он появится? Дело в том, что он же неожиданно. Погоды. Знаешь, что я думаю? Надо лететь домой. И я, наверное, летаю на разведку. Посмотреть, где он есть. Но если найду, то, собственно, потом тебя туда позову. Как ты думаешь? Потому что так реально неизвестно, куда он улетел. Единственный такой, наверное, нюанс, это в том, что... А найдешь ли ты меня потом? Ну тут, в принципе, как, если полетишь, с высоты птичьего полета тут легко ориентироваться. Как бы мы живем вон там, где вулкан. Он лишь в сторону вулкана на острове маленьком. Вот, это центральный остров. Короче, если нажмешь М от Перенесите первого М лица, то увидишь карту. На ней отмечается чисто. точка, где ты находишься. Ладно, полетели, короче, домой я его А поищу. потом это я тебя должна сейчас вести. Я хотел просто по короткому маршруту нас провести. Не хочешь? Ну ладно, давай ты меня. Только имей в виду по коротенькому. Не знаю, это уже будут мои проблемы. Давай, не щади меня. Не щади меня полностью. Да. Ты схватила меня за самое ценное. За ноздри. О, господи, там хищники, он догрызает беднягу. Не повезло парнише. Там. Ух ты, спинозавр гуляет. Обалдеть. Так вот, пока летишь, смотришь, там беспредел, знаешь, там кто-то где-то кого-то обязательно грызет. Такая суровость жизни. Что-то как-то я не просклонял слово, ну ладно. Суровая такая вот иллюзия жизни, да? Чуть-чуть правее. Мы живем вон на том Ну и что, острове. я сама определюсь. Ты несешь нас не туда, где мы живем. Я тебя Я катаю. Наслаждайся поездкой. Так. Кстати, о поездке. Можешь его по пути увидеть. Динозавр устает потихонечку. Она зашкирится вот здесь вот на горе. Осторожненько. Ну, гора-то там-то куда? Водитель.
Вы точно не приняли пару ягод? Мася, ты где меня сбрасываешь? Плохой из тебя водитель вообще. Ты меня с Риги сбросила. На ровном месте, главное, не могла. Сбросил меня, короче, под хищников. Они меня грызут. Я поэтому... Вот, пилот из тебя, короче. Я больше не полечу твоей авиакомпанией. Верните деньги. Ничего мне не понравилось. Давай, моя вообще очередь водить. Давай иди сюда. Где? Пытаюсь допрыгнуть. Выбросил меня где-то в Мухосранске каком-то. Давай сбрасывайся, я тебя понесу. А тут меня сейчас будешь тут возить закоулками. Мася, давай быстро спрыгивай. Мася, время идет. У нас еще динозавр не найден. Ну, в смысле стоять? Давай, я тебе должен нести. Я твоей авиакомпании не хочу летать. Ты блуждаешь тут в трех соснах. Я просто хочу тебя разочаровать. Никто не слышал, что ты смеялась. Это главное, смеется там, летает, издевается, глумится надо мной. Нормально вообще. Мне чтоб там посочувствовать моей печаль, беде, обиде. Ты меня в Мухосранске высадила. Понимаешь? Я просто знала, что тебе там надо будет высадить. Да ты чё, серьезно что ли? Да, я увидела злых бякушек, испугалась, и я знала, что ты справишься с ними. Прям. Заодно прокачаюсь. Прямо такие так четко, да, ты распределила. Сейчас как выбрешь тяну к спинозавру? Тоже, чтобы ты подкачалась, это помолодела. На один уровень при смерти. Не хочешь? Как вы можете так поступать с девушкой? Девушки. Ваша девушка ждет вас, да? Нифига, он сожрал 5 кусков мяса, прикинь. Слышишь, нефиг его мучить. Прям таки нефиг. Конечно. Мы его, главное, мучить, не бы своего мучить. Ну мы вообще-то на твоем полетели, как ты представляешь на двух летать? А чё там у меня на твоем полетели? Потому что он у меня слабый в плане выносливости. Не забывай, что я-то своего потерял тогда, а твой остался. Черепашка Они только что выносливы две. совершила суицид, сбросилась со скалы, но правда не разбилась. Но ты это, нежней, нежней. Готово. Так, ладно, все это мило, здорово. Надо как-то его найти. Чем ты у меня будешь пока заниматься, пока ищу. Ладно, я на своем полетел. Дудошку. Ты хочешь завалить Дудошку? Дудошку картошку? Уже завалила. Бедная Дудошка. Так, я летаю на соседний остров, так, по точкам прокачусь, посмотрю, где он может быть, Кацетавль этот несчастный. Кецакукоталь. Окей, давай. Там, тут, короче, как всегда весело, он там гнобят всех друг друга. На острове хищников. Вообще ничего не изменилось. Все абсолютно так же, как и было до этого. Так, тиранозавры гуляют. Очень-очень интригует. Организм этот хитрый механизм полета. Вася! Есть тут кто живой? Никого не видно, да, в воде? Ну ладно. Коль не шутят. Я надеюсь, что они не шутят. Что? А, да, здесь жарко. Естественно, здесь жарко. Здесь он лава, блин. Булькает и пузырится. Еще бы было здесь не жарко. Так, вот тут я тогда этого поймал. Такого отшельничка.
Нифига себе, тут скорпиончик бегает. Скучающий скорпиончик. Такс. Приземлись, несчастный. Да. В общем, Бусь, тут это нету ничего, представляешь? Настя, не... голос. Не поверишь, но я тебя не слышу. А, ну естественно, у тебя микрофон не около тебя. Вообще тебя не слышу. Нет. Я знаю, короче, что ты сделал, но тебя не слышно. Я ничего не находил. У меня вообще не активна рация. Походу, ты рацию опять поменяла канал. Я не пробовала. Просто реально она не активна. Чё там опять нажала? У тебя 10-й канал, 10 ГГц частота. Странно, но я тебя не слышу. Ты точно на Б нажимаешь? Не знаю, кстати, может, ну реально, может, у нее есть это радиус. Блин. Слушай, может быть, я не знаю, я никогда не проверял. Давай проверим и чуть ближе подлечу, посмотрим. Я сейчас не дома. Да не важно, я просто подлечу чуть ближе. Посмотрим. Прикинь, если реально есть радиус. Печалька. Если реально это так. Ну это как бы, да, это как бы реалистично, по идее. Ну сейчас попробуем. Знаешь, что я сейчас поставлю? Поставь себе частоту, короче, 10, сотка, 100 ГГц. Частоту 100 ГГц. А я сейчас переподключусь, просто найду место, где можно сесть. Везде хищники. Не так легко сделать. Смотрю, так, 100, потом голосовой чат, принять. Вот у меня изменилось. Попробуй еще разочек. Ну, значит, в один он должно, понимаешь? Открывай это, что у меня же получилось, значит, я также по такому же принципу работаю. Я понимаю, но не ну, пробуй. Я что еще могу сказать? Пробуй. Что такое? Что, я-то здесь причем просто говорю, пробуй. Ты на динозавре сейчас или пешком? Пешком. Попробую ее перетащить на другую циферку и на другую и нажать. Уже так и сделал. Не меняется? Нет. Слушай, не знаю, мне кажется, ты не за... Ты когда отходила, не задевала динамик? Нет. Уверена? Ну не знаю, ну потому что по идее как бы должна работать. Заметь, каждый раз, когда ты отходишь, все время какая-то херня происходит. Я в смысле, я-то здесь при чем? Ну, а я здесь при чем? А я тебя не виню, я просто говорю, какая-то херня, говорю, происходит. Причем все время со звуком. Да, жопа. Непонятное. Так, хорошо. Ладно, сейчас я пока все равно лечу еще этого несчастного. Потом я поставлю на паузу, маленечко позырим, что там за фигня, почему не слышно. Так, периодически иногда пробуем, может, мало ли поменяешь. Сейчас до сих пор на десятке. Я пока не могу поменять, ну, пока на этом летаю. Сейчас где-нибудь приземлюсь тут. Если получится, потому что здесь волки, хищники, блин. Это очень тяжко. Но я попробую. Наскоряк. Давай опять на десятку перейду. А, ну-ка. Так. Оп. Давай попробуй что-нибудь скажи.
Ты сейчас пробовал, да, это говорить? Мне, прикинь, до сих пор что-то какой-то косяк не хочет срабатывать. Вот жопа. Ладно. Тут я сейчас на скоряк подключу эту зону. То я тут мерзну, умираю потихонечку. Обалдеть, здесь ветер. Так, хорошо. Пару мяса гнилого съедим. Парочку другую. Блин, опять плохая погода, кошмар. Представляешь, мать? Это ужасно. Как жить? Я надеюсь, кстати, этот летун будет не в этой области здесь, потому что его приручать нет смысла. Как только он грохнется об землю, здесь куча титана Боа шныряет везде. Я еще при этом молчу про других всяких хищников, которые могут тут же напасть и съесть, собственно. Так. Ну-ка, пониже маленечко спустимся. Там саркозавры плавают, пираньи. Капец. Тут опасненько. Фиомия что-то здесь забыла на горе, прикинь. Весело. Однако. Полетели. Капец, как я голодаю, ужас. У меня почему-то так усиленно голод прям зверствует. Постоянно чуть что маленечко раз и жрать хочу. Я, конечно, понимаю, что возможно из-за того, что я немного ранен, это как бы влияет, но все равно. Только маленько подъем, и опять голодаю. Кошмарики. На большом воздушном шарике, да? В темноте, кстати, вот сейчас еще туман такой зверский. Ужас. Тяжко выискивать динозавра. Особенно летуна. Потому что практически не видно ничего. Тут даже вот непонятно, кто где бегает. Ладно. Вот я там его видел. Сейчас попробую пролететь вдоль деревьев вот этих больших. Может, он туда перебрался. Конечно, нежелательно было бы. Там опасно. Ну, что поделать. Надо попробовать поискать. Будет обидно столько времени потратить и не найти, да, Бусь? Однако. Т-Макс. Чё тут у нас? Здесь у нас холодно, да? Но можно пошкириться. Что радует. Слушай, я реально вообще жрать хочу. Капец как. Прям колбасит меня не по-детски. Главное, вниз не спустишься ягодок набрать. Здесь болото, и меня сожжет моментально. Значит, там с кем-то дерутся. Они дерутся с кем-то. Если убежали питомцы. Да, у них стоит просто этот. Они, видимо, там какой-нибудь хищник пробегал. Свистни всем идти за тобой. Но я нашел его. Вот он где летает, прикинь. Ну, нажми Т и держи. Блин, тут эти летающие стрекозы. И свистнуть всем. Вон он летает. Смотри, куда эта куропатка улетела. Зашибись. Здесь холодно, чтобы его приручать. Короче, он сюда улетел, представляешь? Так. Все мило, здорово. Так, я лечу домой. Я нашел, где он. Это. Когда прилечу домой, ну, попробуем со звуком побаловаться, поискать решение. И это, полетим его приручать хорошо. Там, если нажмешь и удерживать будешь Т, там будет команда свистнуть всем остановиться. Либо на это, где наша русская Г, нажми, они все остановятся, все. Массово. Тыкс. Да уж.
Дождик, блин, вообще бесит. Не люблю, когда в этой игре дождик. Еще дополнительно холодно, зверски. Так, я живу вон там, судя по карте. Судя по звездам, мое направление верно. Так, хватит ли энергии долететь? Это вопрос, конечно. Интригующий, да? Жаль, что у нас тут улетел. Было бы классно здесь его, конечно, приручить. Есть тепло. Там, блин, холодрыга еще нагрузку, пока его стоять, охранять. А и прикинь, что самое интересное. Когда мы его приручим, на нем же седла не будет. И получается, и на нем нельзя будет лететь. Надо будет ему свистнуть, чтобы он летел за нами. Представляешь? Какая система. Авиараптор, бедолага. Заспаунился неудачно. Так. Грязнем немножко места. Так, получается. Скоро я выйду на наш остров. Где-то он там. Вон он же показался из-за леса, из-за гор. Тикс. Отлично. Вау, как энергия тратится на маневрах, офигеть. По-моему, на обычной скорости я бы до конца мог долететь. Придется произвести вынужденную посадку. Однако. Куча компи. Тиродонта кто-то укусили. Оп, полетели. Однако. Ситуэйшн какой. Интригующий организм, да? Так, я почти долетел. Еще чуть-чуть. Так, бусинка, ну что ж. Давай тогда. Мне все равно. Как бы, как хочешь. Но моем просто меньше выносливости. А ты где сейчас? Я рядом с тобой. А, слушай, что, не работает, да? Слушай, я не вижу твоего. Вот это мой, я на нем прилетел. А где твой? Без понятия. Блин, надо его найти. Давай поищем, по-моему, где-то здесь. В этом миссиве. Вон он. Ну, у тебя около воды стоит. Чё он там забыл? Да хер его знает, погоди, ну-ка. Паша, летели. Где ты там? Бусь, ты где? А то в этом месте вообще не видно ничего. Я в нем. А ты в нем, да. Так, хорошо. Все, давай полетели, я знаю, где нам ловить того парнишу. Готово? Не, подойди поближе. Есть. Все, полетели. А ты рацию выкинул? Нет, а чё? Меня сейчас слышно? Ну сейчас тебя слышно, да, потому что ты рядышком. Что-то с рацией, рация не работает. Ну хотя бы это, частями, ну буду знать, что я тоже здесь. Не, вот реально то, что ты вот близко, да, когда ты разговариваешь близко, хорошо слышно. А посмотреть, не, может в настройках что-то изменилось после обновления и рация не работает? Не знаю даже, надо смотреть. Я тоже думаю, надо посмотреть потом. Ну потом уже, когда с ним я посмотрю. Мне кажется, это из-за рации. Рация, походу, не работает. Просто, знаешь, фигово будет, если мы запишем, а меня не будет совсем слышно. Не, ну мы с тобой практически всегда рядышком, поэтому... Не, ну просто это глупо. Вроде как бы я есть, но слышно только тебя. У меня есть потом одна мысль, как можно сделать так, чтобы тебе было, ну, тебя слышно и тебе комфортно, и, ну, как бы это... У меня просто есть одно подозрение. Я думаю, что вот внешняя звуковая карта, это она глючит. Попробуем сделать через другой микрофон тебя записывать. Да? Да, мне пофигу. Лишь бы было удобно. Лишь бы был эффект. Эффект, да, лишь бы был. Да, так. Сейчас вот здесь вот маленечко привал сделаем. И полетим дальше вон туда. Меняться не будем, потому что он может... ну, я лучше полечу туда, конкретно, где нас... Примерно я его видел.
Вот давай здесь пока небольшой перекус. Понятно, не хочется ты Да говорил. нет, Мася, я просто переживаю о том, что он может сменить свою дислокацию, мы можем его не найти. Поэтому давай сначала долетим там, где его последний раз видел, а потом уже будем меняться. Блин, я пожарила мясо и забыла взять. Поешь ягодки, я специально здесь остановился, чтобы перекусить. Ягодки кушаю. Ну, мясо-то быстрее наедается. Да, не спорю, но в моем случае я вообще он сырой ем. У меня есть яблоки. Тут есть вот ягодки растут. Можно взять. Я вам собираю. Че, я маленечко им здоровье поправлю, то и наелся всякого. Семена кукурузы, прикинь, можно попкорн сделать. Ну, конечно, шуткую на самом деле, по-моему, нельзя. Так, будь ты готова? Полетели. Там, кстати, будет холодно. А у меня кожанка, у тебя, ну, металлическая броня. Получается так, что у тебя броня покруче, но она плохо держит, тепло. Поэтому ты будешь мерзнуть чуть-чуть быстрее меня. Просто кто-то мне сказал, что не надо делать меховую. Ну, я как бы не планировал жить в холоде, поэтому не собирался делать меховую. Вполне же логично, да? Ты хочешь меня просто тупо сейчас поморозить немного? Ты сейчас скажешь, что я просто обожаю тебе морозить. Ну, в принципе, да. О, да, спасибо. Отвесила мне комплимент по самой не балуйся. Как теперь Ты же жить? знаешь, я умею это делать. О, да. Так. Мне надо сейчас сориентироваться, откуда я прилетел и где я его последний раз здесь видел. По-моему, тут я летел. Заметь, все приключения начинаются с фразы «По-моему, я это та самая дорога», да? Я не ошибаюсь. Да, вот там граница холода. После слов, по-моему, вы как бы вроде бы. Да если бы да кабы, да? Вон там я увидел, как раз на границе холода я вылетал, и он там летал около водопада. Да все нормально, подумаешь. Я тут вся такая в броне. Динозаврик, кстати, мой тоже. Чё твой динозаврик? Он нормальный парень. Не, ну лезь, что так вдруг мы умрем немножко? Ну, я уже не первый раз умираю, мне уже не привыкать. Я долго это качаю этого Дина. Так что не надо мне тут. Настраиваться на смерть, да? Да. Ладно, я, но чтобы Дина, мы будем Так. жить. У тебя... Так, погоди. Мне же надо стоять. Стоишь, да? Хорошо. Я пытаюсь просто аккуратно припаркаться. Фух. Энергия кончилась. Я умею это делать, давайте покажи. Заметь, как я Давай, аккуратно и давай. нежно тебя погрузил именно на пик. А не как ты меня выбросила хер знает где и полетела дальше. Кстати, не вздумай здесь упасть, то разобьешься насмерть. Ты меня поймаешь? Конечно, труп только поймаю. Но знаешь почему? Чего? Ну, потому что ты будешь падать гораздо быстрее, чем я летаю. Вот ты прояви инициативу, сделаем мастер-класс, покажи всем, насколько быстро ты летаешь. А, да. Кстати, вот здесь вот я его видел. Вот на этих горках я сидел и его видел. Вот тут он летал. Желательно его завалить, мать, смотри, не над болотом. Над болотом это вообще тухляк. Если он упадет в болото, можно даже не спускаться и не пытаться его приручать. Его либо сожрут, либо нас сожрут. Почему? Так. Давай это рисканем. Осторожней. Подлагивает. Такс. Вот тут я его видел. Да, вот здесь вот как раз. Вон он летает, вон он, эта курица. Так, Я его смотри. не вижу. Мы здесь шкеримся. Шкеримся специально. Потому что теперь ты будешь Покажи рулить. мне Вон его. он прямо. Вон он летит, огромная куропатка. У меня все лагает, это я не вижу.
Короче, вон там впереди, вон он летает огромный. Он летает, в принципе, в нормальной зоне, но там есть, конечно, хищники. Там, блин, тоже есть титаноблаун, он ползает. Ну, а так остаточным количеством, надеюсь, у нас все получится. Вот. Понятненько. Короче, прыгай. Это мелкая. Ну, в смысле, мелкая, вон он летает. Все, он у меня он даже скрылся, он слишком далеко отлетел. Пошли. Цепляй давай. И вот прямо вот как смотрим, вот так вот лети туда. Короче, будешь командовать. Просто лети вот на этой высоте ровно прямо. Только медленно, не торопясь, давай. Вот так лети прямо. Да, вот так. Как только увидишь куропатку, старайся держать его сзади себя, чтобы я в него мог стрелять. Чуть-чуть правее возьми его. Ты как-то вот так вот летел, да. Так, я его не вижу по-прежнему, куда он пропал. Да, вон вижу. Повыше чуть-чуть и прямо. Еще маленькой выше поднимайся. Чтоб я в нас не стрелял. Так. Угу, здорово. Блин, не знаю, такой адреналинчик. Надеюсь, у нас с тобой все получится. Ну только ускоряйся тогда, что быстрей. Правее бери и ускоряйся еще и повыше. Диктует. Давай, лети прямо. Ты должна уже его увидеть. Так, Это вот он, что, тоже все. мелочь? Вот этого, видишь, летает под нами. Да, Вот старай, вижу. держи меня над ним, чтоб я чуть-чуть с опережением шел. Давай. Топ, не лети прям в него, иначе я в нас попаду. Должна быть выше его. Все, так, куда? Не ускоряйся, все, пока. Все, лети так по прямой. Я же его не вижу, Не куда он вижу, летит. куда он летит. А ты старайся его увидеть, я в него уже стреляю. Лети, двигайся, 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 вперед, вперед. Он уже полетел от нас. В нас уже, видишь, попал. Про это я тебе говорил. Пиздец. Еще лаги пошли. Он сзади, он улетает. Быстрее разворачивайся полностью и лети за ним. Прямо, ну, ты должна его видеть. Смотри внимательно. Он выше поднимается, вон он. Слева от нас. Выше поднимайся. Стой. Разверни меня, сейчас себе в ногу выстрелю. Он поднимается, поднимайся. Ты прям в него, как ты его не видишь, ты прям в него смотришь. Ну, просто реально, как ты его не видишь, ты вон прям на него смотришь. Давай выше. Он отходит от нас, давай выше. Еще выше. Все, стой. Не пойму, почему они в него не попадают. Что за херня? Лети прямо. Он от нас опять уходит. Направо, правее. Еще правее. Лети прямо и ниже. Что у нас там энергии хватает? Хватает. Блин, я уже почти нашего оглушил. Так, левее чуть-чуть. Все, стопэ, вот так. Блин, он троллирует. Назад развернулся. Разворачиваясь полностью, да. Лети так, да. Чуть выше. Чуть выше. Просто в нас попаду. Он развернулся назад. Правее. Полетел прямо. Стопэ к нам летит. Так, готово. Сейчас я на опережение попробую выстрелить. Так, одна улетела в молоко. Полетел, полностью разворачиваясь, и он на тот камень перекурить. У динозавра уже энергия кончается. На тот камешек сверху садись. Выше, 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 выше. Вот на верхний камень. Пока он тут летает, не знаю, хватит оглушения. Тут сюда, да, пока садись. Да, давай. Пусть он отдохнет. Вон он там вообще летает, сволочь. Кстати, он как раз сейчас пока к нам летит. Сейчас я в него потыкаю так. Не вижу, блин, оглушения. Да, дротики, конечно, были бы круче с ружьем, ну ладно. Не-не-не, ты чё, не попадешь, все, он улетел он подальше. Давай я постреляю в него. Ты готов, уверен, что попадешь? Тебе сколько стрел надо дать? Мне всего 17 осталось. Мало. На, возьми, я выброшу. Подними. Все, поехали. А то он сейчас улетит, скроется.
Я ну, буду чуть выше брать, а ты должна ему, короче, это в спинку стрелять в жоп или в жопень, как вариант. Падла, он летит, прикинь, к болоту. Так, сейчас ты его должна увидеть. Так, я его на опережение взял, видишь, да? Давай. Все, я понял. Я меняю. Давай. Мне они не мешают. Стреляй в ней, лап. Погоди, я сейчас повыше подлечу, то он меняет. Давай. Блин. Давай. Так, все, он улетел, где я подлечу. Ты, кстати, неплохо справлялась с полетом. Ну-ка, давай. Лапу в любом случае будет мешать, старайся просто как-то вне стрелять их. На опережение стрелять. Ты стреляешь тут. Надо стрелять в ту точку, где будет он. Ты попала в нас. Стреляй на опережение, а не ровно там, где он. То есть получается, вот он там, где он будет. Короче, ты сколько стрел попала вообще реально? А вот тут сейчас все стрелы кончишь, и все, и считай, бессмысленно летать. Стреляй на опережение. Вот я сейчас, когда лечу так вперед на опережение, ты уже должна стрелять. Он сзади тебя. Теперь сбоку. Я их не вижу, к сожалению, как ты стреляешь. Ну, имей в виду, если стрелу потратишь, это будет печально. Ну, а теперь я заметил, что ты попала. Сколько стрел осталось? Сколько осталось стрел? Давай. Прям в глазенку ему, в глазенку. Давай, давай. Ну, понятно, что ты трясется. Я попала в него. Так, хватает пока. Ну, блин, он за шикарно куда полетел. Прикинь, если реально здесь сейчас окочурится. Давай, я его на опережение. Готовься стрелять. Стой. Да, я в курсе. Сейчас. Не дыши. Микрофон. Давай. Есть? Все, сейчас, погоди, Я сейчас он, сейчас, попала. я понял. А надо это, зашки передохнуть, погоди, энергии у нас мало. Сейчас я вот на эти камни сяду, пока мы его преследуем. Блин, это пипец, мать. Чё? Что-то как-то я не уверена. Погоди. Уже в своих силах, что я могу стрелять. Все, не знаю, пока что хорошо. Сейчас ты хорошо стреляешь, вообще чётенько. Прям продолжай в том же духе, и все будет хорошо. Знаешь, что будет печально, если он сейчас у нас грохнется в воду? Вот это будет попа боль. Значит, и грохнется в воду и дым. Я не вижу, сколько у него осталось жизни. Там нету жизни, надо глушение набрать. Есть, молодец, попала. Вижу, да. Сейчас мы я пока опережаем. Не знаю, попробуй, может, попадешь, я не знаю. Попала, нет? Я не знаю, не вижу. Да? Я попала, Все, да. круто, молодец. Сейчас его тоже на опережение буду брать. Тут дерзкий, а? Погоди, я себя сориентируюсь, куда он полетел, не вижу. Вниз, вообще вниз. Вижу, вижу, вот, все. Все, вижу, лечу. Давай. Блин. Где он? Блин, он в другую сторону полетел. Я понял, да. Просто видишь, я не тоже реально не вижу. Я теперь понял, о чем ты говоришь, когда не, ты не видела. Вижу, вижу, я спускаюсь за ним. Да, контролирую. Давай. Есть, я прям слышал, как ты в него попала. Давай еще. Шикарно. Молодец. Продолжай. Давай. Давай. Нет, он нападал. Смотри. Подопаду. Понял. Сейчас погодь. Все вижу. Давай. Есть. Так, хорошо. Так. Да, это хорошо, что он, кстати,
к земле летит, падла. Да. Под нами, под нами. Давай, я пытаюсь опередить. Все, вижу, он сменил эту позицию. Давай. Справа тебе. Стой. Давай, стреляй. Вот так. Угу. Так, Мась, на 5. Я понял, на 5 сек это. Ну, энергию пополнить. Просто я не хочу рисковать. Ну, я поняла, поняла. Пока мы его тут видим, да, нам все равно как бы лучше будет, чтобы он загнался на землю. Так, где он, кстати, маленького потерял из виду, пока летел? Куда он делся? Внизу где-то, что ли? Сама не знаю. Так, ну сейчас посмотрим. Прикинь, если он уже упал. Оглушенный. А мы его потеряли из виду. Вот будет ржака. А, нет, вижу, вон он полетел над болотом. Сволочь. Реально, походу, надо дротики делать. Видимо, мы там из ружья там бух-бух-бух стреляешь, и все нормально. Да. Блин, тут, конечно, не очень хорошо будет. Ну ладно, давай. Попробуем. Прям давай ему в черемяку. Стой, поменяй дислокацию. Давай. Сзади нас. Есть, вижу, судя по реакции. Погоди, сейчас я его догоню. По нему сразу видно, когда ты в него попадаешь, он сразу такой: ай-яй-яй, Вася, стреляют. Ну-ка, давай. Давай-давай. Извини, дернул, просто не видно. Давай. Есть, я видел, в крыло попало. Блин, вот сейчас, если он сейчас сюда упадет, и там его саркозавр сожрет, вот это будет потеря-потерь. Слушай, мы его гоним как раз на нормальный остров, вообще шикарно. Давай, стреляй в этого козла, чтобы он сюда не летел. Есть. Шикардос, молодец. Вообще четенько, вот прям гони его сюда, молодец, вообще. Сейчас его где обгоню и развернусь. Давай вот так, да. О, нифига он нас решил опрокинуть. Да? Ну-ка давай. Так, сюда попадешь. Опережение. Погоди, я подлечу поближе. Погоди. Натянула, да, тетиву? Держи, давай. Давай, давай. Сзади, сзади тебя. Все, понял, сейчас, погоди, я обгоню. Сейчас, сек, сек. Готовься. Давай. Сейчас, погоди, его догоню. Надо гнать его подальше отсюда. Давай. Промахнулась, да? Не вижу, чтобы попадение было. Давай, еще раз. На нас как раз летит. Долго спиралась. Стреляй быстрее. Я понимаю, ну это, старайся. Я понимаю, мать. Я знаю, надо это отдохнуть. Мать, по-моему, кто там? Титана Буа про этого, парацера ест. Мась, срочно ко мне. Быстрее ко мне. Фух, там просто змея, она сейчас тебя съест. И меня заодно. Давай. Держу. Курирую, ребят. И ребятенка, давай. Ну-ка, давай. Как раз на нас, давай. Ну, мась, давай, так идеально летит. По крайней мере, это, ну, как бы вижу, что он так летит у нас хорошо. Вот, да, вот так вот гони его вот сюда. Вот сейчас вот здесь, вот если он упадет, здесь нормально. Блин, сколько в него всадили, он очень как не это. Пока натяни. Натянула? Да. Обгоняю, давай. Подлагивал, давай. Попал, нет? Да. Отлично. Заметь, реально мы его так гоняем. Он боится. Курируем, давай. Есть, да? Офига. Когда он уже упадет, сволочь? Ну-ка, где он там? Давай. Есть. Или это по нам пришло?
Не-не, не ваш, давай. Вижу. Так, давай. Вижу, попало. Да-да. Отлично. Вообще идеально, он вчеремякался, давай. Падла. Сейчас, погоди, обгоняю. Сейчас, сек, повыше. Вот так, давай повыше, тебе будет удобней. Он как раз навстречу нам летит. Давай. Не знаю, не... попало, по-моему. Он бесился как. Мне очень мало осталось. Сколько? 14. Блин, ну ладно, давай достреляем, не упадет, так хер на него. Потом я сейчас с дротиками и ружьем прилетим, да? Так, сейчас обгоняю, давай. Не попало? Вау, аж подлагнуло. Ай, ай, Мася, что происходит? Кто бьет? А, вот что произошло. У тебя сломался лук, это ты бьешь. У меня есть лук. Ну давай зашкеримся, и ты меня повозишь. Я попробую пострелять. Только мне надо, чтобы ты выбросила мне эти. Блин, тут нигде нету ровной поверхности. Прикинь, такой идеальный, чтоб прям перешкериться. Ну-ка. Давай. Пилять! Мася! Мася, я падаю! Мася, прощай! Я жив, прикинь! Я жив! Схвати меня на этом птеродактиле, я чуть ниже. Охренеть, я выжил. Внизу. Ну, на нем подлетай, там внизу увидишь, я стою. А, он вслед стреляю там, типу. Ты же попал даже некоторыми, прикинь, стрелами. Охренеть, я еще умудрился попасть. В смысле ты меня не видишь? Ниже, чуть-чуть ниже. Буквально чуть-чуть. Не, облети гору. Ты слишком низко, наверное, спустилась. Облети гору. Вон я тебя вижу. Да, лети так. Да. Еще. Давай, еще. Если ты, конечно, сюда летишь. Да. Вот ниже. Видишь меня? Прям ниже под тобой. Да, осторожней. Осторожней. Хватай меня в лапы и полетели домой. Короче, надо дротики. Кстати, я его не вижу. Он не упал или случаем? А, нет, он улетел. Вон. Да блин, ну, меня просто хватай, да и все. Не ускоряйся. Зачем ты ускоряешься? Подлетай просто медленно. Ты ускоряешься, не ускоряйся. Давай еще разочек. Не ускоряйся. Вот сейчас летишь на ускорение. Ты не лети на ускорение. На меня лети. Ты ниже летишь. Я выше стою. Еще выше. Давай. Нет. Ниже надо опуститься. Встань ровно прям. Ты видишь, ты то вниз, то вверх взмываешь. Лети ровно. Держись на одном уровне. Тогда поймаешь. Тут туда-сюда. Так, ты села, отлично. Теперь... Нет, нет. Осторожней. Фух, я уже думал, ты сейчас самоубьешься. Так, ладно, вон он летает, скотина, хер с ним. Давай с дротиками ружьем прилетим. Мне кажется, мы не убьем его стрелами. Ну, я имею в виду, не зарканим. Ну, блин, печально. Не, ну, я там, по-моему, кстати, прокачался до уровня дротиков. Надо просто их наделать. Я посмотрю, что там надо сделать, и в следующей серии все-таки мы с тобой попрем. Вот. Кстати, у тебя птеродактиль лапнулся. Поздравляем его. Знаешь, давай пока это побегаем, поохотимся за этим, за железом, короче, и этим. Обсидианом надо будет полетать, поцапать. По-моему, там обсидиан понадобится уже скоро. Вот, сейчас, у тебя там часы рядышком. Посмотри, сколько сейчас у нас уже времечко настоящего. 53.9. Угу. Ну, я думаю, сейчас серию, наверное, закончим, когда долетим. И там, если что, ну, свободно. Побегаем немножко.
пока дротики крафчу, чтобы следующую серию начать все-таки с новыми силами, новой попыткой. Не, ну ты слушай, я почувствовал себя вообще нубярой по сравнению с тобой, как ты летала. Ты вообще четко. Я почувствовал себя нубярой. Я поняла, что ты нубяра. В смысле, я нормально? Ты всегда говорил, что я не там лечу, не там еду. Наоборот, ты классно так летала, я только корректировал. Ты вообще четко разворачивалась, команда следовала. Вообще супер. Я сейчас, когда сам полетал, думаю, господи, куда ты полетел? Нет, только не туда. Вот ты понял теперь? Я понял, да. А ты поняла, что это не просто стрелять? Короче, мы сегодня... Я попадала, в принципе. Я тоже попадал. Сегодня мы научились много новому, да? Оказавшись по разные стороны баррикад. Так. Ладно, надо подготовиться будет. И все-таки рискнуть здоровьем. Тебе теперь тоже, да, наверное, зажглось его все-таки заарканец, сволочь. Ну, естественно, теперь я это уже... А то он нас троллирует, блин. Но... Сколько мы его гоняли, капец. Сволочушку мелкую. Ай. Подлагивает. Бяка-бука. Так. Аккуратненько. Так, Буся, тебя аккуратненько. Нежно и аккуратно. Нежно и аккуратно. Ладно, Бусь, давай попрощаемся. И потихонечку подготовим бреса, да? Да, давай. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока. Пока.